полной жопе. С момента крушения вертолетов это уже не операция. Абсурд. Нас обложили. Связи с центром нет. И улучшения ситуации не предвидится. Эвакуации по воздуху ждать не приходится. Вертолеты опять не прилетели. А с такими потерями среди ребят скоро и эвакуировать некого будет. Контроль над ситуацией утерян. Нам до зарезу нужна связь с центром. Радист считает, что сигнал глушится где-то рядом. Он как раз пытается вычислить координаты. Я отправил бойцов примерно в тот район, но они пропали. Даже личные радиомаячки не определяются. Одна из твоих задач, майор, установить связь с центром. В нашей ситуации, я полагаю, это становится первостепенным. И еще личная просьба. Разыщи моих бойцов. Добро. Передайте полковнику, я нашел одного из ваших ребят. Похоже, он подорвал себя гранатой. Признаков перестрелки и других следов боя не обнаружено. Здесь Ковальский. Я тебя понял, майор. Слушай сюда. У нас есть хорошая новость. Мы наконец-то получили точные координаты источника радиопомех. Сигнал идет из здания детского сада.
Ого, вот это да! Неужто вернулся? Мы уж думали, все, не увидим больше нашего доктора. Так что все-таки случилось? Да, было кое-что. Как-нибудь потом. Ладно. Спасибо за помощь. Там полковник просил тебя зайти. Так обернется. Хорошо, зайду. Да, еще. Вано просил передать, что ушел с Гариком на Янов. Сказал, с сувенирами вернется. Они здесь. Понятно. В зоне этой проклятой. Так что, ты где был? В каком холодильнике? Холодильник. Где ты вообще холодильник нашел? Где нашел. Говорят, я посмотрел, чтобы ты нашел в таком состоянии. В каком это таком? Даже я не знаю, как сказать. Оружие за спину. Лучше бы я тот труп не видел. Его тварь разделала. Что же у меня творится? Рассказать бы кому. Так не положено. Вышел на связь начальник штаба. Я доложил обстановку, передал собранную информацию. Вертолетов пока не будет. Нам предлагают закрепиться на занятых позициях и ждать распоряжений. При штабе сейчас состоят наблюдатели из СБУ, так что ты сможешь поговорить со своими. Товарищ полковник, недалеко от базы обнаружен источник радиосигнала. Передача зашифрована, оперативно расшифровать не удалось. Координаты имеются, лейтенант? Так точно имеются, товарищ полковник. Но сигнал периодически исчезает, и его источник движется. Опять монолитовцы? Я проверю. Хрен этим тварям, а не наши куры. Лишь бы автомат не клинил, да патронов хватило. А так прорвемся. Thank you.
никого не вижу. Рядом, рядом совсем! Движется к нашей базе! Так он под землей. Майор, это Ковальский. Возвращался бы ты назад. Нам нужно как следует подготовиться на случай атаки. Хорошо, что теперь они нас так не застукают. Ты кто такой? Я стрелок. Известный сталкер. Это же ты отключил выжигатель? Было дело. Только план не сработал. Я пришел встретиться с вашим начальством. У меня есть информация, которая поможет взять под контроль и уничтожить зону. Начинается выброс. Пошли, поговорим в укрытии. У нас неприятности. Вертолеты разбиваются по неизвестной причине. Пока эта самая причина не выяснена, вертолетов больше не будет. Придется идти до края зоны на своих двоих. Причина самая простая. В воздухе, особенно ближе к центру зоны, аномалии не меньше, чем на Земле. Да у нас была подробная карта пролета мимо аномалий. Вертолеты под завязку начинили защитой от выбросов. Странно. Странно, что вы еще не заметили. После выбросов расположение аномалий обычно меняется. Некоторые рассасываются, зато появляются новые. Ваша карта устарела еще до записи на диск. Ясно. И что теперь? Выбросы не происходят подряд, один за другим. Если вы сможете просканировать местность сразу после выброса и засечь расположение аномалий, до следующего выброса вертолеты успеют забрать всех. При первой возможности нужно сообщить об этом в центр. После выброса я сразу же свяжусь с командованием. Лейтенант, при первой возможности установи связь со штабом. Есть, товарищ полковник. Так точно. Центр на связи. Ковальский, почему не было связи? Выброс, товарищ генерал. Во время него связь невозможна. Под свой контроль СБУ. Майор Дегтярев рядом?
Да. Теперь он у вас главный. Пусть ждет. С ним сейчас свяжется его командование. Вас понял. Майор, как слышно? Прием. Здесь майор Дегтярев. Связь хорошая. На данный момент удалось получить документы об экспериментах на территории зоны. Кроме того, к нам пришел сталкер, который побывал на ЧАЭС. Кличка Стрелок. Он готов с нами сотрудничать. Ясно. На сотрудничество соглашайтесь. Есть информация о причинах падения вертолетов? Есть. Я получил достоверные данные, сведения от Стрелка только подтверждают их. Вертолеты были поражены аномалиями, расположение которых изменилось во время выброса. Это не было учтено при составлении карт перед операцией, поэтому десант и погиб. Теперь учтем. Значит, у нас есть время до следующего выброса. Вас со сталкером подберут на точке Б-28. Группа СКАТ эвакуируется с вами. Вертолеты уже поднимаются в воздух. Конец связи. Ну что, бойцы, все уловили? Слушай мой приказ. В пути не расходиться. Держаться группой. Сталкера беречь, как зеницу ока. Вопросы есть? Ну и отлично. Готовимся к отправке. Майор, можно тебя на пару слов?